Учеников школы номер 82 посвятили в «Орлята России». Это патриотическое движение сродни советской пионерии. Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. Ключевые базовые ценности прививают орлятам на внеклассных занятиях и на выездах в места отдыха. Мы сопровождаем уже второй год. И в связи с тем, что запущены флагманские школы, в этом году 82-я была выбрана нами, ресурсным центром Ульяновской области и Министерством просвещения Ульяновской области, как флагманская, потому что они в прошлом году себя очень хорошо проявили при реализации данной программы. Вика Новикова учится в 4-м Г-классе. Ее приняли в «Орлята» год назад. Активная деятельность, череда интересных поездок и новые знания. Школьница успевает и учиться, и заниматься общественно полезными делами. Наша задача на этот год – попасть ближе к весне в лагерь «Орленок». И мы будем очень сильно готовиться к этому, работать. А также мы поедем осенью 3 декабря или 11 в лагерь «Юность» тоже. Мы прошли отбор. Второклассникам вручили значки и памятки с информацией о патриотическом движении. Дети под впечатлением. Для ребят это настоящий праздник. У нас приняли в «Орлята», и это так классно, и мне это понравилось. Если кого-то не примут, то будет... обидно. Программа «Орлята России» работает как одно из направлений федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.